Зашел в Фейсбуке на страницу Вадим Павлович Лукашевича, своего друга. Вот видите, друзья, чтобы посмотреть, какие новости на его странице. Вот первой новостью идет: Росгвардия в Чечне задержала 3 жительниц республики за колдовство. В Фейсбуке на своей странице Вадим Лукашевич сообщил, что за колдовство задержаны 3 женщины в Чечне. На сжигание их видео дать ссылку попросил. И хотя я знаю, что с россиян невежеством мне не победить в войне, на запись клипов с пониманием, что глупость, в общем, неспособность, над основой мыслей всех своих трудиться, не жалею сил. Но глупость не лечится, как известно, уже 1000 лет.